Минздрав Тувы приглашает жителей республики пройти диспансеризацию. Если в 2018 году жителю Тувы исполнится 21 год или его возраст в наступившем году делится на 3 без остатка, то он может пройти диспансеризацию в поликлинике, который прикреплен бесплатно. В рамках диспансеризации можно пройти такие обследования, как ЭКГ, УЗИ, флюорографию, маммографию и другие более узкие исследования в случае медицинских тому показаний. Для прохождения диспансеризации достаточно с паспортом, полисом и СНИЛС обратиться к своему терапевту, который в первый визит проведет анкетирование на выявление факторов риска и признаков хронических заболеваний, антропометрию, расчет индекса массы тела и направит на анализы, исследования и консультации у узких специалистов.